Добрый день. Спасибо большое, что все здесь собрались, что вы обратили внимание на нашу инициативу «Едни податки», которая стартует сегодня с нашей пресс-конференции. Для нас очень важна совместная работа с журналистами и постоянное освещение вами нашей инициативы. Я хочу начать нашу пресс-конференцию с нескольких простых вопросов. Как вы отдохнули в прошлом году? Сколько раз ездили и куда вы отдыхать? Какие подарки дарили своим близким на Новый год? Это нужно, чтобы понимать важность вопроса, который необходимо решать сегодня. Потому что налоговая система, благоприятный инвестиционный климат – ключевые аспекты роста экономики. И все это отображается на нашем с вами личном кармане. Ни для кого не секрет, что экономика Украины находится на грани полного краха на сегодняшний день. Стратегия Кабинета министра взять очередной кредит у МВФа, частью взятого кредита рассчитаться по процентам за уже накопленные долги, остаток проесть или украсть. Такая стратегия ведет исключительно к геометрическому росту долгов перед кредиторами, что выгодно только последним, но никак не нам с вами, не украинцам. Рассчитывая за этот пир во время чумы, будут наши дети, будут наши внуки, если все это, весь этот происходящий ужас, не остановить уже сегодня. Пока еще у нас есть шанс это остановить. Катастрофа в экономике вовсе не потому, что война с Путиным, вовсе не потому, что Путин строит свои козни. Там, посмотрим на сегодняшний день на Израиль. Там такая же война, и тоже Путин туда имеет достаточно серьезное отношение. Гораздо страшнее на сегодняшний день внутренний враг, нежели внешний, тот враг, которого собственными руками мы привели на сегодняшний день к власти. Войну выигрывает тот, чьи дети будут жить лучше, говорят. С таким правительством и подлости тех, кто сегодня у руля находится в Украине, нашим детям не светит ни жить и по-новому, ни с достоинством и гордостью говорить о победе Украины. Как говорят, что с такими друзьями и врагов не нужно. Кабинет министров не желает развивать экономику, не желает обращать внимание и слышать людей. Наши парламентарии, депутаты не борются за своих избирателей. Президент не в состоянии угомонить преступный разгул своих политических оппонентов и также своих друзей. Каждый пытается сохранить только свое место, только свое кресло, идя на преступный сговор, загоняя нас в нищету и рабство. Конец прошлого года увенчался традиционным ночным принятием бюджета, антисоциального бюджета, правками к налоговому кодексу, псевдореформы Министерства финансов и Кабинета министров. Весь этот цирк абсурда был продавлен кредиторами исключительно в собственных их целях. Весь прошлый год, да и последние 20 лет нам вешают лапшу на уши про кардинальную налоговую реформу. Кормили завтраками про внесение необходимых правок во втором чтении, в третьем чтении, в 50-м чтении. Нам врали депутаты о том, что они не будут голосовать за данный ганебный бюджет, о том, что они не будут голосовать за минфиновские поправки в налоговый кодекс. Наврали, как обычно. Кабинет министров якобы ругался с комитетом Верховной Рады постоянно. Бизнес и экспертные сообщества доносили здравые мысли до обоих. А результат, как обычно, оказался тот же. Была договоренность, были договорники, и все проголосовали фактически за то, что клятвенно обещали не голосовать. Проголосовали за деньги, за преференции и просто под давлением. Поэтому мы приняли решение, взяли инициативу в свои руки. Пока депутаты отдыхали, мы объединили все лучшие наработки, которые родились в ходе прошлого года в дискуссии между бизнес-сообществами и экспертным пулом, понимая пожелания и риски налогоплательщиков. Всех групп налогоплательщиков, мы собрали и объединили все это в один законопроект, в одну общенациональную идею, в одно движение «Едни податки». Его уже предварительно поддержали некоторые депутаты, с которыми мы общались. Мы продолжаем переговоры и с другими группами депутатов, конечно, которые не голосовали фактически за ганебный бюджет и за те изменения в налоговом кодексе, которые дал Минфин в конце года. И думаем, что в ближайшие дни будет внесен этот законопроект в Раду,
и начнется конструктивный диалог налогоплательщиков и государства. Реформу налогообложения необходимо было проводить еще вчера. Мы теряем драгоценное время, которого у нас нет фактически. Нам надоело ждать, рассчитывать на милосердие кредиторов. Ожидание – это потеря времени, а потеря времени – это утрата потенциала каждого из нас и Украины в целом. Ведь помимо привычных проблем взаимоотношений налогоплательщика с государством, мы столкнулись с новой бедой, пришедшей к нам в Украину, связанной с аннексией части ее территории, Крыма и войной на Востоке. Мало кто говорит о том, что война и аннексия с точки зрения экономики – это не только колоссальные убытки, которые несет Украина сегодня, но и перераспределение финансов, связанное со временно перемещенными гражданами, с переселенцами с Востока и Крыма. С одной стороны, части среднего и малого бизнеса всеми праведными и неправедными путями и способами удалось вытащить часть капитала с неподконтрольных территорий Украины. И они стоят перед большим выбором. Начать жизнь по-новому, начать вкладывать в Украину деньги, те, которые у них остались, или все-таки начать развивать свой бизнес в других более развитых и более адаптированных для нормального бизнеса странах, таких как Чехия, Польша, Белоруссия. И, к сожалению, в большинстве эти решения принимаются не в пользу Украины, а принимаются в пользу начинать бизнес в других странах. С другой стороны, большая часть переселенцев, которые не имеют денег вкладывать и инвестировать в какие-то собственные бизнес, ищут работу. В это же время правительство фактически нещадно уничтожает малый и средний бизнес, кладя крест на так называемом внутреннем инвесторе. Где рабочие места? Государство полностью отстранилось от решения этой проблемы. Работают переселенцы, ищут обычно в частном секторе и находят. То же самое касается и реабилитации, и ресоциализации бойцов АТО и их семей. Накануне Дня Соборности Украины хотелось бы также проговорить вопрос о возврате аннексированного Крыма. Не секрет, что вести бизнес на территории аннексированного Крыма фактически на сегодняшний день невозможно. Хотя и на материковой части Украины, к сожалению, невозможно также практически вести бизнес благодаря реформам, которые проводит Яценюк и Ереська. Поэтому создание благоприятного климата для ведения бизнеса также одно из важнейших аспектов возвращения аннексированной территории Крыма. У нас теперь стоит, перед нами стоит колоссальная задача доказать крымчанам, что каждому, кто влюблен в Путина и Кремль, доказать, что им надо возвращаться в правовое поле Украины не потому, что в России плохо, а потому, что у нас хорошо. Именно для этого мы создаем эту нашу инициативу, кардинальные изменения налогообложения, которые мы назвали гидные податки, потому что гидные податки – это гидное життя. Спасибо, я хочу передать слово моим коллегам, которые более подробно в цифрах расскажут о изменениях, которые мы предлагаем, о законопроекте, который мы будем подавать. Представляю вам проект закону Украины про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо гідного оподаткування та виведення економіки України з кризи. Скорочена назва законопроекту – законопроект про гідні податки. Гідні податки – це багата країна. А зараз про основні ставки податків, які пропонує наш законопроект. По-перше, податок на додану вартість – 15%. Саме така ставка є мінімальною ставкою за законодавством ЄС, згідно директиви 2006/112/ЄС про спільну систему ПДВ. І тут дуже важливий пункт – скасування ПДВ-рахунків. Ми дуже багато говорили про ті негативні наслідки, які принесли ПДВ-рахунки. Малі та середні підприємства не можуть вести свою господарську діяльність при цій системі. Біля Верховної Ради були чисельні мітинги проти введення ПДВ-рахунків. І зараз наш законопроект пропонує скасувати ПДВ-рахунки раз і назавжди. Далі. Податок на розподілений прибуток. Ставка 15%. Чинна ставка 18%. Податок на прибуток. Чому саме на розподілений прибуток?
Це дуже гарний механізм для розвитку підприємств. Як він працює? Підприємство наприкінці кварталу або року має можливість вибирати. Або сплатити гроші на податок на розподілений прибуток, або направити ті ж самі гроші на розвиток свого підприємства. І це дуже важливо сьогодні. Наступне. Податок на доходи фізичних осіб 10%, єдиний соціальний внесок 10%, що взагалі составляє совокупну нагрузку на заробітну плату 20%. А що це таке? Це детінізація заробітних плат в Україні. Це те, що вже давно має бути статися. 20% – це той процент, це та нагрузка, яка влаштовує бізнес сьогодні. Далі, єдиний податок. Перша група – 300 розмірів мінімальної зарплати. Друга група – 2500 розмірів мінімальної зарплати. Третя група – фізичні особи – 4500 розмірів. Та юрліця – до 20 мільйонів гривень. Четверта група – це сільхозвиробники. По ним критерії наступні. Обсяг річного доходу до 100 мільйонів гривень та площа земель, які використовуються, до 3 тисяч гектар. Що саме дає наш законопроект? По-перше, це створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу. Це відбувається за рахунок того, що відбувається реформування загальної системи оподаткування, удосконалення спрощеної системи оподаткування, відновлення пільгового режиму для аграрного сектору та переробних виробників, створення інвестиційного клімату завдяки зниженню ставок прямих податків та перехід до оподаткування розподіленого прибутку, виведення економіки з тіні завдяки встановленню обґрунтованих ставок податків та спрощення адміністрування задля максимальної легалізації бізнесу, стабільність та передбачуваність податкового законодавства завдяки запровадженню мораторію на 3 роки щодо змін базових елементів податків та зборів. І нарешті відсутність ґрунту для здійснення корупції. При гідних податках немає потреби мінімізувати податки. І дуже важливий пункт – запровадження персональної відповідальності для посадових осіб. Тому що зараз дуже часто відбувається наступне. Контролюючі органи приходять на підприємство, блокують його діяльність. Підприємство має великі збитки. І потім ніхто за це не відповідає. І треба вже положити край цьому свавіллю. Наступний блок – компенсатори. Компенсатори – це те, за рахунок чого в бюджеті компенсуються знижені ставки податків. І серед компенсаторів – масштабна детінізація економіки, стимулювання внутрішнього інвестора, розвиток малого та середнього підприємництва, зростання темпів виробництва, реалізації товарів, робіт та послуг, активізація внутрішнього ринку, збільшення платоспроможності населення, залучення зовнішнього інвестора. Законопроект про гідні податки пропонує унікальні умови для ведення та розвитку бізнесу на території України. В короткий термін після введення нашого законопроекту ми будемо мати небувале зростання внутрішнього інвестора. Ми будемо мати приток зарубіжних інвесторів. І це саме те, що зараз потрібно нашій країні. А зараз наша колега Юлія Дороговоз наглядно продемонструє у графіках співвідношення податкових надходжень до ВВП та зміни в економіці України після впровадження законопроекту про гідні податки. Дякую. Я немножечко еще дам комментарий сначала. Ну, начнем с того, что принятие, конечно, закона 909-го о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году, ну, собственно говоря, для нас очень сильно разочаровал. И мы понимали, что он, как и все предыдущие законы, предложенные правительством, содержал одни сплошные компенсаторы. И единственная норма, которая немножечко смягчала налоговую нагрузку, это было снижение ставки по ЕСВ, и это было принято еще в 2014 году. Собственно, сейчас только коэффициент 0,6 превратили в ставку 22%. То есть сказать, что этот именно закон 909 давал что-то бизнесу дополнительно, нет, он ничего дополнительно не давал.
Он только вводил нагрузку на бизнес и на население в связи с увеличением акцизов и так далее, и многих ставок налогов. Поэтому мы, собственно говоря, понимали, что принятие в декабре этого закона, оно будет очень чревато последствиями для бизнеса, опять нету никакого переходного периода, и с 1 января, собственно говоря, мы все это почувствовали, потому что сразу же возникли проблемные вопросы по сдаче отчетности по налогу на прибыль за 2015 год. Это возникли коллизии с упрощенцами, с какого момента считать, с прошлого года 5 миллионов или с 1 января 2016 года. И здесь уже вот коллеги расскажут все подробности этого. И также по фонду на социальное страхование по несчастным случаям там тоже возник вопрос, потому что вышли подряд несколько писем сначала, которые говорили о том, что сдавать отчетность не нужно, потом сказали, отчетность сдавать все-таки нужно. То есть вот эта неопределенность, она убийственна для бизнеса, и действительно некогда развиваться, все думают вообще, что подавать, когда и вообще каким образом, и как вести бизнес с 1 января 2016 года. Кроме этого, нужно сказать, что, конечно же, удар по аграриям под видом борьбы со схемами, мы все прекрасно, во-первых, понимаем реакцию аграриев, которые вышли уже в конце 2015 года с акциями протеста. И кроме этого, мы имеем хороший пример, когда таких же льгот были лишены перерабатывающие предприятия. С 1 января 2015 года их перевели на общую систему налогообложения. На самом деле состояние в этих предприятиях достаточно сложное. Они все говорят о том, что выживают еще те, кто как-то работает на экспорт. Все те, кто работает на внутренний рынок, они вынуждены покупать очень низкокачественное сырье. Они не могут приобретать натуральное молоко, вот если говорить о молочной промышленности. И, собственно говоря, на внутренний рынок идет суррогат. Поэтому для того, чтобы действительно эти предприятия заработали и вернулись хотя бы к показателям прошлых лет, необходимо, соответственно, предусмотреть для них государственную поддержку. Точно так же в государственной поддержке нуждается и аграрный сектор, и несмотря на все там обвинения в злоупотреблениях, прежде всего нужно говорить о том, что нужно создавать такие условия, которые бы минимизировали весь негатив и минимизировали эти схемы, и дать просто бизнесу нормально работать, а не гоняться и перекрывать схемы, ухудшая только работу бизнеса в дальнейшем. И хочу также сказать о том, что ЕСВ, еще раз вернуться, снижение ЕСВ, с одной стороны, это действительно благо, но только для тех, кто выплачивает белые заработные платы. Мы понимаем, что при увеличении ставки НДФЛ до 20% все получат только одно, все получат увеличение налоговой, в целом, как бы налоговая нагрузка остается очень высокая, и это может привести к провалу вот такого шага, как снижение ставки ЕСВ. Для того, чтобы действительно это снижение сработало в полном объеме, необходимо комплексно проводить налоговую по-настоящему реформу и предлагать для бизнеса такие условия, которые бы позволили выйти ему из тени. Собственно говоря, что нас и подвигло вот к предложениям, которые были озвучены Андреем. Также коррупционная составляющая внедрения двух реестров. Предложение двух реестров означает только одно, что кто-то получит возмещение, кто-то вообще его не получит. И самая главная коррупционная схема – это, опять же, это НДС-счета, потому что на самом деле деньги накапливаются в бюджете, никто об этом не говорит, и все скрывают данную информацию, и деньги, которые лежат на НДС-счетах, это миллиарды. Миллиарды. И эта сумма продолжает накапливаться. Это означает только одно, что в период кризиса, в период опять девальвации валют, эти деньги обесцениваются, бизнес теряет, и об этих потерях бизнеса никто не говорит. Поэтому, опять же, мы именно в день принятия закона 909-го мы решили вот собрать действительно все самые лучшие наработки, которые есть, и использовать эти наработки с учетом своих собственных предложений, своего собственного взгляда на те вещи, что необходимо бизнесу для того, чтобы он наконец-то нормально смог развиваться.
провал либеральной, скажем, реформы и переход на политику компромиссов, мне кажется, что это очень ошибочный шаг, и мы поэтому собрали именно те условия, которые выдвигает сам бизнес, бескомпромиссный вариант из всех вообще разработанных и зарегистрированных в Верховной Раде вариантов изменений к налоговому кодексу. По цифрам, если говорить, хочу сказать, что мы брали, делали расчеты, исходя из тех данных, если можно, да, сейчас мы вернемся к этому, там диаграммки, если можно, диаграммы, вот такого плана, там где-то есть. Мы исходили... все хорошо, да. Мы исходили из тех данных, которые уже были озвучены официально. Это, собственно говоря, в первую очередь прогнозы показателей ВВП за 2015 год. Абрамович называл цифру 85 миллиардов долларов. В общем-то, даже в некоторых расчетах называлась цифра 1 триллион 850 миллиардов, мы, собственно говоря, взяли на уровне 2015 года. То есть мы не учитываем там те 2% роста, мы как бы берем на уровне 2015 года. И мы понимаем, что при сегодняшней ситуации распределение вот тень-свет, да, это где-то 60% у нас находится в официальной части, легальной, и 40% находится в тени. 40% это не от ВВП, это вообще в целом как бы от общего объема рынка и объема производства. 40%, если переводить, это 67% тени от ВВП. Эти цифры назывались экспертами. Министерство экономики называет немного меньше, от 40% от ВВП. Но на самом деле мы же понимаем, что фактические показатели намного выше официальных и озвученных Министерством экономики. Даже Министерство экономики по некоторым данным дает 56%. То есть мы вообще рассчитывали, исходя из 67% от ВВП. И мы понимаем, что после введения тех всех предложений, которые озвучены, после реализации реформы о достойных налогах, мы получим, наоборот, соотношение 70% это легальной части и 30% той части, которая будет оставаться в тени, понимая, что детинизация будет проходить долго, и понятно, что какая-то часть будет продолжать оставаться в тени. То есть это те показатели, которые, при достижении которых мы будем вполне довольны результатом и будем считать, что этот результат достаточно высокий. Что говорить о... Если говорить о самих налогах и об их доле в ВВП, на сегодняшний день мы взяли официальные данные, это наш госбюджет. Начнем с того, что те цифры, которые заложены в госбюджете, они достаточно дутые. 230 миллиардов НДС – это очень высокая цифра и очень, очень оптимистичный сценарий. И сейчас идут разговоры о том, что те данные и вообще госбюджет, который был принят в декабре 2015 года, будет пересматриваться. По крайней мере, заложенный процент налоговых поступлений от общих доходов в размере 84% – это тоже достаточно оптимистично. На самом деле мы понимаем, что поступление фактических, исходя из сегодняшней действующей налоговой системы, будет гораздо меньше. Но при этом мы берем, как бы наоборот, исходя из пессимистичного сценария, мы берем оптимистичные данные Министерства финансов. То есть при снижении, как мы рассчитываем, после реализации реформы мы получим уменьшение поступлений в бюджет на 127 миллиардов. Это опять же с учетом того, что цифры Министерства финансов завышены, а мы наоборот свои цифры занижали. Например, налог на прибыль, он, допустим, заложен там совсем в незначительной степени, понимая, что прибыли сейчас нет, что многие будут рады направить все какие-то дополнительные ресурсы на увеличение объемов производства, на расширение своей деятельности и будут, конечно же, вкладывать в свои предприятия, в свою деятельность. Поэтому мы понимаем, что, скорее всего, первый год он будет давать очень минимальные платежи по налогу на прибыль. Мы закладывали 15 миллиардов.
не более. Также мы просчитали остальные налоги, исходя из среднего процента, который приходится, вернее, сумма снижения поступления в бюджет, который приходится на 1% снижения ставки по тому или иному налогу. Это то, что давало Министерство финансов. То есть, опять же, мы, исходя из официальных расчетов и исходя из той методологии, которая была заложена Минфином, просчитали эти налоги. В конечном итоге, я просто, чтобы не задерживаться, хочу сказать только об одном, что 127 миллиардов как бы та дыра в бюджете, она будет практически полностью перекрыта, если хотя бы каждый четвертый выйдет из тени. Каждый четвертый. Но мы не рассчитываем при этом и не берем во внимание сам экономический рост. То есть мы не учитываем тот фактор, что все-таки те средства, которые будут высвобождены в результате реализации реформы, они будут направлены на развитие предприятий. Мы не учитываем, что произойдет активизация деловой активности, активизируются внутренние, будут привлечены, наверное, внешние инвестиции. То есть мы на это, конечно, рассчитываем. В данном расчете все эти моменты не учитаны. И остается только 17 миллиардов, которые не будут перекрыты в результате детинизации. Эти 17 миллиардов, я понимаю, что только один госбюджет уже должен быть пересмотрен на суммы налогов по заработной плате, которая приходится на государственных служащих. То есть в данном случае, я думаю, что 17 миллиардов – это не такая большая проблема. И что еще нужно сказать, что в результате реализации реформы мы рассчитываем увеличение, что ВВП будет увеличен в объемах на 17%. Если считать, что в 2015 году падение ВВП составило где-то на уровне 12%, то мы, по сути, возвращаемся к показателям 2014 года, улучшая их на 5%. То есть это вполне реально и допустимо. Самое главное, что действительно только создать те условия, которые позволят бизнесу выйти из тени. И еще хочу сказать о том, что общая налоговая нагрузка, если сегодня это 41%, то мы пытаемся спуститься до 31% общей налоговой нагрузки от ВВП. И, в принципе, это соответствует среднестатистическому уровню, если сравнивать показатели в мире. И еще хотела сказать о том, что мы просто привели самый простой расчетик, там табличка, что даст предприятию переход на новые ставки. И здесь мы, конечно же, просчитали, что, например, прибыль сможет быть увеличена на 51%. Мы брали совершенно среднее предприятие с небольшой там рентабельностью, со средней рентабельностью, и приблизительное распределение труда, затрат и материальных затрат 50 на 50 в себестоимости. Понятно, что при других соотношениях мы получим другие цифры, но увеличение самой прибыли достаточно значительное. При этом налог на прибыль будет увеличиваться, поскольку у предприятия останутся дополнительные ресурсы, которые будут использованы любым образом, либо развитие, либо внутренние инвестиции, либо эти средства просто будут выведены как дивиденды. В любом случае налог, вернее, в случае, если это будет выведены как дивиденды, налог на прибыль при этом будет увеличен. Если эти средства будут пущены в развитие производства, соответственно, понятно, что предприятие не заплатит налог на прибыль. И чистая прибыль увеличена будет на 56,5%. Если говорить о заработной плате, которая уже остается на руках у работника, то увеличение на 12,5%. Ну и соотношение налогов и чистой прибыли, если при действующей системе, это в лучшем случае 68% остается, уходит бюджет, а 30%, 32% остается в распоряжении предприятия, то после реализации реформы это уже соотношение значительно меняется, то есть практически 50 на 50%. Ну, в данном примере 48% уходит бюджет, 52% остается в распоряжении предприятия. Ну и налоговая нагрузка уменьшается на 7,6%. То есть это понятно, что очень усредненный расчет, но он показывает, что действительно для любого предприятия данная система является выгодной, и в конечном итоге есть смысл более легально уже вести свой бизнес. Ну а что говорить об НДС-счетах, то это зло.
в данных условиях тяжелых для экономики это вообще недопустимо. И мы против любых авансовых взносов при начислении налогов. Почему, опять же, мы вышли с сегодняшней инициативы? Потому что как раз этот вопрос никем не был рассмотрен. То есть эти инициативы отсутствовали. И несмотря на то, что мы очень много писали и требовали, и просили пересмотреть вот подходы, нас обвиняли только в том, что мы прикрываем неких конвертаторов или там еще кого-то, теневой какой-то бизнес, и в конечном итоге мы не были услышаны. Поэтому мы сегодня выходим с данной инициативой в надежде, что все-таки депутаты прислушаются и подхватят данную инициативу, внеся уже конкретный законопроект в Верховную Раду. Спасибо. Доброго дня. Я би хотів додати до сказаного моїми колегами, чому саме виникає необхідність і потреба змінити податкове законодавство. Очевидно, що запроваджена податкова реформа, вона не дала стимулів для розвитку економічного підприємництва громадян України. Вона не створила абсолютно додаткових чинників, які би призвели до економічного відродження країни. Навпаки, було на догоду зовнішнім чинникам, на догоду Міжнародному валютному фонду, на догоду тому, щоб отримати можливість зовнішніх кредитних надходжень, було створено фактично гібрид команди адміністративного та терористичного податкового кодексу, який фактично примусово продрозверсткою принципом продовжує стягувати податки з бізнесу, з підприємництва. Абсолютно очевидно, що перед Україною стоять такі виклики, які не дають навіть вибору. Україна має перемогти перш за все в економічній сфері. Економічне відродження, розвиток економічного підприємництва, зміну принципів функціонування бізнесу та економіки – це нагальна потреба, невідкладна і вона безальтернативна. На жаль, чекали ми, як спеціалісти, як середовище фахівців, чекали, що Міністерство фінансів буде прислуховуватися до тих пропозицій і зробить все ж таки висновки. На жаль, державні органи жодним чином не врахували ті здорові пропозиції, але навпаки були враховані, наприклад, під завищені ставки штрафів, які були запропоновані з боку громадянського суспільства, як компенсатор, наприклад, саме як засіб боротьби з ухилянням від сплати податків. Тому виникає принципова потреба змінити оподаткування в Україні, перевести його на презумпцію довіри між платниками податків та органами адміністрування податків. Перевести такі органи адміністрування податків в режим функціонування дійсно сервісної служби, а не силового озброєного загону. Для цього необхідно, перш за все, в нашому законопроєкті, ми це врахуємо, ввести принцип персональної відповідальності представників податкових органів. Яскравим прикладом діяльності на даний час Державної фіскальної служби є історія з виданням листа від 18 січня 2016 року Державною фінансовою службою за підписом голови Державної фіскальної служби, за підписом голови служби Насірова. Лист називається «Про окремі зміни у законодавстві щодо спрощеної системи оподаткування». А насправді таким листом Державна фіскальна служба запровадила критерії відповідності платника і право його перебувати на спрощеній системі оподаткування як 5 мільйонів, а замість 20 мільйонів, які діяли в 2015 році. Коли громадськість, представники бізнесу були обурені. Ми в своїй правовій групі, в нашій правовій групі, вже підготували проєкт позову судового щодо цього листа. Через два дні Державна фіскальна служба розгледіла в тому листі порушення Конституції, порушення принципу статті 58 про незастосування закону в зворотньому часі дії. Розгледіла, що це порушує принцип правової визначеності. Розгледіла, що такі дії Державної фіскальної служби порушують принципи, які тлумачать суперечності у нормах закону на користь платників податків, і видала новий лист через два дні, яким скасувала фактично такі незаконні дії.
На жаль, судова практика на даний час виходить з того, що листи Державної фіскальної служби, наприклад, начебто не породжують жодних правових наслідків для учасників таких правовідносин податкових. Хоча насправді ми всі розуміємо, що породжують наслідки ще які. Вони не дозволяють бізнесу планувати свою діяльність. Вони не дозволяють, наприклад, створювати нові підприємства, нові бізнесові середовища або бізнес-кластери підприємницькі. Тому що якщо за два дні кардинально змінюється листами Державної фіскальної служби податковий клімат, а я абсолютно за це жодним чином не відповідає жодний чиновник, ну це виглядає як абсурд. Другим важливим принципом, який необхідно внести в зміни і змінити податкове законодавство, це запровадження, перш за все, оподаткування доходів надбагатших людей, найбагатших. Тобто ситуація, коли найбагатші громадяни України абсолютно не сплачують податки, уникаючи їх за схемами, за організацією купівлі-продажу на території Кіпру, інших юрисдикцій, вона призводить до підриву довіри. Без атмосфери, без клімату довіри жодне підприємництво, жодна вільна економічна діяльність неможлива. Яскравим прикладом є, наприклад, реформа податкової системи, яка запроваджена з 1 січня, і створення двох реєстрів на відшкодування податку на додану вартість. Тобто, знову, для білих один реєстр, для багатих, і другий реєстр для всіх інших, які ніколи грошей не дочекаються. Ще одним принципом, який ми будемо домагатися внести зміни в реформування податкового законодавства, це принцип заснування сплати податків на атмосфері довіри. Тобто, презумпція довіри до дій платника податків і презумпція довіри до дій сервісної служби, податкової служби. Треба негайно припиняти стягування адміністрування податків озброєними угрупованнями. До речі, які на даний час, що цікаво, є фактично незаконними збройними формуваннями. Оскільки нічні реформати у Верховній Раді в гарячу бюджетну ніч забули внести зміни до Податкового кодексу в частині посилань до норм закону про міліцію. Таким чином, на даний час вся податкова міліція функціонує поза правовим полем. Відсилання статті 351 Податкового кодексу до статей 11, 12, 15 закони про міліцію є абсурдними. Закон про міліцію з 1 січня, ще з листопада місяця, є нечинним. Тому податкова міліція на даний час незаконно користується зброєю, незаконно має право проводити слідчі дії, незаконно проводить затримання осіб та вантажів, рахунків підприємців. На це ніхто не звертає уваги. В такій атмосфері Україна жодних перспектив економічного відродження не має. Чекати чогось від Міністерства фінансів, яке своїми діями сконцентрувалося лише виключно на стягуванні податків. Ну, вибачте, історія нас всіх вчить, що продрозв'язка закінчилася знищенням сільського виробництва і масовим голодом. Необхідно припинити підходити до платника податку як до здобичі. Підприємець, платник податку повинен бути пріоритетом номер один для всіх органів держави. Єдиним критерієм податкової перевірки має бути не сума штрафів, нарахованих за її результатами, а кількість робочих місць, які збережені і створені додатково в результаті такої податкової перевірки. Оце буде співпраця між платниками, між бізнесом і між органами. Їхнє спільне зусилля тоді призведуть до відродження. У нас немає вибору, ніж перемогти в економічному змаганні. Окремим розділом нашої роботи буде вимога зміни кримінальних статей щодо сплати податків. Адже термін, наприклад, який запроваджено було дивно ще відомим геологом Миколою Азаровим, там ухиляння від сплати податків. Як його, вибачте, розуміти простому підприємцю, молодому науковцю, який, наприклад, має намір чи ідею запровадити бізнес? Чи що це таке за ухиляння? Ми будемо наполягати на тому, щоб було введено відповідальність саме за розкрадання суспільних фондів. Ніхто не має там вирішувати, ухилився, не ухилився, відмивали чи відпрасували там. Це все абсурд юридичний. Тому наша вимога, наш лозунг – гідні податки – це щаслива країна. У нас немає вибору, як перемогти в економіці.
Доповню ще таким фактом. На протязі року ми розмовляли з багатьма власниками підприємств, які ведуть свою діяльність на загальній системі оподаткування. І кожен другий з них готовий одразу після впровадження законопроекту про гідні податки вийти та здійснювати свою діяльність у білу. Законопроект про гідні податки – це суспільний договор між бізнесом та государством, на основі якого бізнес готовий вийти з тіні та підняти економіку України. Я хотів би ще додати, от Юля говорила по поводу предпринимателей, которые, как снижается ПДВ, оно касается не только предпринимателей. На самом деле бюджетники и заработные платы, бюджетники при тех же ставках заработных плат получат на руки больше за счет снижения податка на ПДФО, и нагрузка на бюджет станет меньше за счет снижения ЕСВ. И это тоже большой плюс, скажем, как для бюджетников, так и для нагрузки на бюджет за счет налогообложения. Также я хотел бы, будем заканчивать, хотел бы сказать, что мы с огромным удовольствием ждем всех и готовы работать совместно с любыми экспертными полами, которые работали над законопроектами. Большое спасибо авторам, которые наработали за прошлый год те части, которые мы взяли также в данный законопроект, которые действительно важны, например, там это ПРП, разделенная прибыль, распределенная прибыль и другие. Мы ждем всех, мы готовы делать одну широкую площадку как для бизнеса, так и для тех, кто защищает на сегодняшний день те или иные группы бизнеса, упрощенцев, общее налогообложение, аграрии, объединяться всем одним движением, одной движущей, решучей силой, которая сдвинет этот камень, который мы на протяжении 20 лет не можем сдвинуть, потому что на сегодняшний день у нас колоссальная необходимость в кардинальной налоговой реформе, и только это сможет объединить, это причина наших бед, только это сможет вывести на сегодняшний день экономику из тени, только это сможет поднять экономику, заучить внутреннего инвестора, заучить внешнего инвестора, создать инвестиционный климат такой, что нам будет, будет подниматься экономика самостоятельно. Спасибо. Какие вопросы есть? Беркут Анатолій, агенція Intel News. Питання такого плану. Ну, ви самі кажете, що навіть ті закони, які працюють, вони не виконуються, ці їх порушують. Відповідно, тільки прийняття цього закону, а він ще буде змінюватись, ви знаєте, як приймали бюджети, які підписав бюджет президент і так далі. Тобто, відповідно, які ваші ще кроки будуть паралельно з оцим от прийняттям цього, скажімо так, лобіюванням цього закону. Я просто вам нагадаю, ви згадали ПРП, на одному з засідань ПРП була Кульчицький Юрій, який займається юриспруденцією, сказав, що він розмовляв з двома, точніше, вони готували закон з двома комісіями Верховної Ради, потім ці дві комісії, куди входили представники всіх партій, і опозиційних, пропозиційних, все таке інше, скинули, викинули всі їх пропозиції громадських організацій і внесли свій законопроект, який повністю суперечив тому, що ми не домовлялися. Так що, що ви будете, крім лобування цього закону, проводити які дії? Ну, ви знаєте, зараз горіхова мафія, все таке інше. Дякую. Да, ми понимаем, что происходит на сегодняшний день, и какие народные депутаты повлияли, в том числе и на принятие бюджета. И, к сожалению, я об этом говорил в самом начале, что мы имеем ту же самую волю народа, которая получила огромные преференции для того, чтобы дать голоса. Мы имеем и партия, радикальная партия Лешкак, которая говорила, что ни в коем случае не будет голосовать, также получила преференции для своего бизнеса и проголосовала за бюджет
из-за изменения к налоговому кодексу. Мы заставим депутатов, есть депутаты, есть группы депутатов, которые на сегодняшний день не голосовали, даже есть депутаты, которые благодаря голосованию за этот ганебный бюджет вышли из фракций. Мы работаем с этими депутатами и будем заставлять прямыми акциями действия, прямым давлением. Вспомни депутатов, что кто их не избиратель, и за что они должны бороться, и за что голосовать в первую очередь. Ну, и я только еще хочу дополнить, что в любом случае, понимаете, если не будет этого законопроекта, то действительно не будет и темы для разговора и давления. И мы считаем, что и нашей ошибкой было, что мы не подали его вообще раньше, потому что у нас не было темы для разговора. Мы говорили, писали какие-то письма, а эти письма были все проигнорированы, и в конечном итоге мы не были услышаны. Поэтому мы хотим иметь действительно документ, который будет зарегистрирован, который будет полностью отождествлять нашу позицию и наши требования. И в этой позиции нету пока никаких компромиссов, потому что по пути компромиссов уже пошли, и, собственно говоря, этот путь оказался провальным. То есть маленькие компромиссы закончились очень большими компромиссами. В данном случае мы все-таки говорим, что это те требования бизнеса для того, чтобы все-таки услышали, для того, чтобы мы имели свою позицию, четкую позицию и четкую переговорную позицию. Когда вы хотели бы, чтобы этот закон вступил в действие, и кто, как вы думаете, его конкретно внесет в парламент? И второй вопрос. Не кажется ли вам, что общество и бизнес размерились в возможности принять видного закона? Я немножко начну, коллеги дополнят. Ну, во-первых, в любом случае этот закон должен быть принят с 1 января 2017 года, ну, не раньше. Мы понимаем, раньше вообще ничего не получится. Я думаю, что весь год мы поэтому и начинаем. Введение. Но я имею в виду, что понятно, что да. Мы понимаем, что реализовано может быть не раньше 1 января, но поэтому мы в январе 2016 года уже об этом начинаем говорить для того, чтобы к чему-то прийти к концу года. И второй вопрос. Кто конкретно? Ну, давайте если можно, это вопрос больше ко мне. Я веду переговоры с теми, кто фактически не голосовал. Там есть и фракции, которые целые не голосовали, и также есть отдельные народные депутаты, которые не голосовали за бюджет и за изменения в налоговый кодекс. То есть я все-таки хочу сохранить эту интригу, потому что там будет достаточно ряд большой депутатов, которые подпишутся и подадут этот законопроект. Сейчас мы об этом говорим и пытаемся согласовывать эти позиции. Это будет в ближайшее время. Я надеюсь, что в первых числах февраля он уже будет находиться подан в Верховную Раду. А в отношении того, что разумели? По поводу того, что разуверились, понимаете, в любом случае потребность такая есть. От того, что бизнес разуверился и будут просто закрываться или уезжать, я думаю, что страна будет проигрывать от этого. Важно все-таки дать как раз эту надежду. До сих пор у нас не было предмета для надежды, потому что не было комплексного законопроекта, который бы полностью давал возможность развиваться всем группам бизнеса. То есть все предложения предыдущие, они давали дорогу одним и закрывали дорогу другим. Поэтому мы и собрали именно те предложения, которые бы давали возможность развиваться всем. И я думаю, что бизнес должен как раз увидеть и понять, что ему есть за что бороться. И мы со своей стороны делаем все для того, чтобы добиться принятия этих норм, для того, чтобы как раз-таки бизнес не разуверился, а помог нам и защитил наконец-то свои права и свое право на ведение бизнеса в этой стране. Ну, мы вважаем, что цей законопроект якраз и дасть надію, дасть перспективу тим, хто вже втратив довіру. Він дасть орієнтир, за що треба боротися, продовжувати. Альтернатива яка? Поразка. Це не наша. Якщо окончательно розвіриться бізнес, то ми попадемо в дефолт однозначно, а люди попадуть в нищету. Тобто ми стоїмо практично на краю пропасті на сьогоднішній день. Тобто якщо бізнес все більше і більше закривається, якщо ще частина бізнесу уйде з України, або просто закриється, ми попадемо в дефолт, тому що...
И да. Вот последние данные, да, которые были озвучены, по данным Польши, миллион трудовых мигрантов. О чем это говорит именно из Украины? Миллион, у нас в Україні немає жодного органу, який би опікувався створенням робочих місць. Жодний орган не відповідає за збільшення або хоча б щоб не ніс відповідальність за зменшення. Тобто трудова міграція. Українці вміють і люблять працювати. Вони не сидять, склавши руки, але вони вимушені їхати в інші країни і працювати на інше суспільство. Ця ситуація ніхто в країні не опікується. Її треба міняти перш за все економічними податковими стимулами. За це ми маємо намір боротися найближчі півріччя. Не говоря о том, що у нас сильно увеличилась соціально незахищені групи ліц, це і атошники, які, і от я об этом говорив, і їхні сім'ї, і временно переміщені граждане з Востока і з Криму. Ну, то есть ситуація колосальна. А государство скинуло це все со своїх плеч, і фактично вона не опікується цим взагалі. Соотношению прибыли и налогов. А в АФР там как бы такая выведена кривая эмпирическая, которая, как рассказано, что если налоги составляют больше, чем 35% от прибыли предприятия, то люди так или иначе их скрывают. И при 35% идут максимальные поступления в бюджет. А несмотря на снижение налогов, вы выходите на цифру 48-52%. То есть, вы, да, снижая налоги, вы все равно не смогли выйти на точку 35 у Лаферта. Из ваших эмпирических вот, опросов, каждый второй предприниматель по этим новым налогам готов выйти из тени. Андрей об этом сказал. Как по-вашему, что нужно еще изменить в вашей системе для того, чтобы весь бизнес вышел из тени? Разрешите. Для того, чтобы еще больше предпринимателей и бизнесменов вышло из тени, об этом нужно, нужно просто распространять максимальную информацию, объяснять о сути законопроекта «Единый податки». Еще один момент. Работать надо с предпринимателем, чтобы они верили в то, что если они выйдут, их перестанут давить и перестанут преследовать. Это основной вопрос выхода на сегодняшний день. Ну, я только хочу еще сказать, что этот расчет, он будет меняться для каждой конкретной ситуации, потому что тут очень много играет роль. И рентабельность предприятия, исходящая, да, вот в сегодняшних условиях, и насколько, какое соотношение между затратами там, по заработной плате и материала, там, затраты на материалы, на приобретение услуг и так далее. То есть действительно, что в зависимости от структуры себестоимости, в зависимости вообще от рентабельности бизнеса и так далее, эти цифры будут меняться. Соответственно, возможно, там, ну, любая цифра. Потому что, ну, если говорить о Лаферре, он все-таки говорил о всей системе в целом. Так вот, если говорить о всей системе в целом, мы, собственно, попадаем вот в какие-то нормальные средние показатели по всем странам мира. А если говорить еще о более таком серьезном снижении, возможно, да, 20% налоговая нагрузка, может, для кого-то тоже покажется слишком большой. Но в любом случае это практически чуть больше, чем те расходы, которые сегодня фактически тратит бизнес, платя каким-то там конвертационным центрам и так далее, и отдавая эти деньги в тень, то есть мы, собственно говоря, предлагаем просто их обелить. И эти затраты официально посадить на затраты предприятия и включить свою официальную часть деятельности. Що важливо, якщо ви звернули увагу, в наших розрахунках закладено, до речі, досить песимістичний прогноз. Лише що один з чотирьох підприємців вийде з тіні. Навіть не кожен другий. Тож ті опитування дають, що кожен другий, але ми закладали кожен четвертий. Тобто в два рази менше оптимізму заклали в свої розрахунки. Тобто, що в обороті 25%. Саме так, одна четверта. Одна четверта. Ну да, это от оборота, но мы так условно, да, понимая, что фактически мы не считали ни компенсаторы, ни привлечение внутреннего инвестора, который тоже даст, соответственно, поступление в бюджет, ни внешних инвесторов. Мы, то есть, дали самый пессимистический прогноз, который мог бы быть в подсчете. До речі, яка важлива така інформація, за січень місяць, до чого призвела така недолуга реформа, яка була проведена під Новий рік? Крім зниження надходжень, більше нічого. Тобто жодних стимулів, жодних чинників, які призвели до зростання базового оподаткування, до зростання економічної ініціативи, не запроваджено. Ставку трошки зменшили, провалились надходження і все. От така податкова реформа. І, безперечно, з нею потрібно щось робити.
И мы наоборот ожидаем, что вот эта надолуга политика податковая, она приведет к тому, что станет следующий вопрос: давайте поднимать ставку ЕСВ, чтобы вот перекрыть те дыры. А самое интересное, что они не потому, что применили какие-то некие там либеральные шаги, а потому что сделали это неправильно. Надо было делать это не половинчато, не как-нибудь там популистски, да, а необходимо подходить было комплексно. Так вот, именно о комплексном подходе мы и говорим. Конечно же, ставки можно снижать, можно убирать НДС, как многие предлагают, но мы вот не стали изобретать велосипед или там переход, наверное, или отказ от НДС, это может быть возможно, но где-нибудь в будущем каком-то. Мы сейчас говорим о действующей системе и о том, чтобы в рамках именно действующей системы предложить какие-то условия для бизнеса, которые бы дали толчок для экономического роста, для развития предприятий. Еще даже при сегодняшней генеральной реформе Кабинет министров в бюджет заложил, уже изначально заложил и поднял и акцизы, и компенсаторы, и налоги на землю, и налоги на жилье. И фактически вот мы говорим, почему не падает бензин, при том, что у нас нефть на сегодняшний день стоит там 28 уже, да? Он не падает, потому что у нас ставка пошлины на бензин 220 евро на тонну. У нас акциз поднялся практически в два раза. Сегодня из стоимости бензина порядка 60% это надходжение в бюджет. И так все. То есть не то, чтобы не послабляется давление на население, не говоря уже о бизнесе, а увеличивается, накидываются дополнительные налоги на все, с чего можно было бы собрать. И при этом не дают возможности росту экономики путем снижения налогообложения и роста бизнеса. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Добре. Дякую за увагу.